Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это магнитики. Сейчас распечатаем, посмотрим. А нет, прошу прощения, это аккумуляторы. Это аккумуляторы. Емкостью, по-моему, 2000 миллиампер. Стоимость их со скидками 11 долларов получилось. Так, распаковать что-то не получается у меня. Открыть эту коробочку. Вот такие вот аккумуляторы. Добирались они сюда около 2 недель. Стоимость их вместе со скидками 11 долларов. Заказывал на сайте GearBest. Ну, какая емкость у них, проверим. Как всегда, вкладыш GearBest. В общем, доставка быстрая, цена, в принципе, нормальная. Какая реальная емкость будет, проверим, посмотрим. Как работать будет, также отпишусь в комментариях. На этом все. Всем спасибо. Пока.